компании «Стандарты Волгаря» и, собственно, доказательство того, о чем мы говорили. Хорошо, как пробил, без шансов. Это ли не Владислав Лазарев оказался в том месте, где и нужно было? Еще больше тайма. Ведерников, хорошо, удар, 2-0. Вот они, стандарты Волгаря и, собственно, доказательство того, о чем мы говорили. Не видно мне, правда, пока кто это именно будет, а пока в атаке Толятинцы, хорошая передача, удары, 3-0, Владимир Азаров. И Владимир Азаров в касание. Под самую штангу, двойная замена будет у Велеса. Я думаю, что это ответ на пропущенный гол. Хорошо, как пробил, без шансов. Свисток уже был. Это Георгий Биани, удар и мяч в сетке. 2-1. Какое исполнение, как творчески подошел к этому эпизоду Николай. И это когда точно и по мысли, и красиво по исполнению. Его команда очень много очков потеряла. Контратака, прострел, подбор, Келезетинов, касание! 1-0! В свободной зоне один оказался Клёнкин, развернулся, подумал, отдал налево на Гузину, Гузинов в штрафную, доставка, и даже хочет в ворота, вот удар, гол! Это кто такой? Это ли не Владислав Лазарев? Оказался в том месте, где и нужно было, и нанес этот удар.